Жизнь и досуг детей в летнем лагере «Салют-2» расписаны по минутам. Спортивные секции и кружки по интересам для 160 подростков от 13 до 16 лет проводят 16 педагогов. Каждая смена профильная. Городские депутаты, представители общественного совета, молодежного парламента и департамента образования проверили, в каких условиях отдыхают подростки. Конечно, надо посмотреть, там туалеты, душевые кабины, более комфортное содержание детей, но совершенствоваться у нас там, мы всегда развиваемся и стремимся к чему-то лучшему, здесь, конечно же, есть. Те же там газоны, здесь вот есть озеленение, которое поливать, еще раз повторю, который там туалет с удобствами, дополнительные какие-то спортивные площадки, тренажеры, они, конечно же, в каждом лагере нужны. Столовая в лагере работает согласно нормативам. Детей кормят 5 раз в день. Медпункт оснащен всем необходимым. Врач в лагере находится круглосуточно. Безопасность обеспечивают охранники. В этом году на модернизацию «Салюта-2» потратили 3,5 миллиона рублей. Капитально отремонтировали 2 корпуса. Мы прошли по территории различные квесты, различные у них мероприятия, то есть у них нет ни одной свободной минуты. Дети действительно увлечены. Для подростков, мне кажется, это очень важно. Самарские подростки отдыхают в 6 муниципальных лагерях. 2 из них депутаты и общественники уже проверили, дали положительную оценку. Выявленные недочеты будут устранять. Сергей Кизоркин, Максим Гусев. События.